Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать угадывать постройки друг друга. Да, ребята, всем привет, и большое спасибо вам, что вы набрали много лайков, но не 15 тысяч. Если мы наберем, ребята, под этим роликом 15 тысяч лайков, и у меня, и у Эдисона, то обязательно сразу же выйдет новая серия этой рубрики, да, Эдисон? Да, ребята, мы вас очень любим, поэтому даже если мы не набрали лайки, мы все же решили выпустить новую серию, потому что многие из вас писали в комментарии, мол, офигенная рубрика, выпускать еще серии, поэтому мы с Жекой решили. Но все же, ребят, мы вас также просим, ставьте огромные пальцы вверх, 15 тысяч лайков на моем и на Жекином видосе, и сразу выходит третья серия этой рубрики. Погнали, Жека? Что, Эдисон, можно уже сразу начинать? А, думаешь, ну давай. Давай на камень, ножницы, бумага, кто у нас будет первым? Ну хорошо, давай, я готов. Давай, раз, два, три. Давай еще раз. Раз, три. Ты меня заколебал. Три. Жека, это не смешно, честно. Два, три. Жека, иди в страйку. Все. Ты читаешь мои мысли, падла. Три. Я тут не... Вот давай. Кто выиграл? Бумага побеждает писюн, она его так накрывает. Он ее протыкает. Хорошо, все, давай, ты первый. Я буду первый строить. Да, ты будешь первый строить. Давай. Подожди, ребята, в этой серии мы поменяли правила, сейчас будет все наоборот. Тот, кто строит, получает 2 очка, тот, кто угадывает, получает 1 очко. Ну хорошо, давай посередине. Давай посередине, ага. Давай, Жека, старайся, потому что если ты построишь, я угадаю. А ты взял таймер вообще, вот эти так сказать? Да. А вот я не взял таймер, поэтому ты засекай. Хорошо. Подожди, я скажу, давай. Раз, два, Жека, три. Давай. Так. 40 секунд. Давай. Это человек какой-то или что это? Нет, не человек. Медь-джедая. Да, верно. Да. Итак, я сразу напишу Жека 2, а Эдисон 1. Нет, не надо. Давай. Это была твоя постройка, Эдисон. Ну я понял, то, что это моя. Давай, Жек. Готова? Это моя. Ну, я не знаю. А что не знаю? А, то есть это слишком сложное, да? Я забыл, как я хотел бы построить это. Хорошо. Готов, Жека? Ладно, готов? Ну, давай, да, раз, допусть. Два, три! Давай! Я не знаю, Эдисон, я реально, когда добавлял эту постройку, я не думал, что я... Рамка, телевизор... Не-не-не, что это? Портал какой-то? Нет. Блин, мишень, нет. Мишень, цели. Нет, я не буду давать никаких подсказок, чтобы было поинтереснее. Что это такое? Блин, я не знаю, как что это. Что по центру? Приставка какая-то, я не знаю. Я не знаю, тут еще такая типа штука есть. Что-то на управление, кажется... фотокамера. Да, почти. Камера, ну как бы видео, я не знаю. А это что? Ладно, Эдисон, ты не успел, да я? Да, я не успел, последняя секунда вышла. Эдисон, я не знал, просто я забыл, как выглядит логотип Инстаграма, честно тебе скажу. Ну как бы, Жека, он красный, а не оранжевый. Разве? Он, по-моему, такой переливающийся. Да не, ну прям не оранжевый, ну, не оранжевый. Ладно, тогда как бы так и остается такой счет. Ну блин, какого черта? 2-1, Жека. Ладно, давай. Я следующий. Давай, тыкай. Так. Я хочу, чтобы ты тыкнул вот сюда. Крутая постройка, крутая, ребят. Куда, сюда? Да, сюда. Так, они прям... Не, не буду ничего говорить, хотел тут... Ничего не буду говорить. Хорошо, давай. Жека, ты будешь засекать, да? Ой, подожди, Эдисон, тут не так все быстро. Ну что, Эдисон, ты готов? Я готов, давай. Раз, два, три, поехал, ну строй, давай. Жека, я не знаю, как это будет, мне кажется, сложно как-то будет построить. Ну, ты там пока что я ничего не понимаю, честно тебе скажу. Чё это, Эдисон? Это перец? Да! Окей. Ты угадал с первого раза.
Жека. Ну, блин, ты похоже построил, я скажу, это перец, да. Можно я туда сразу построю без своего? Ну ладно, давай, строй. В смысле? Я понял, что ты взял. А, ты понял. Раз, два, три. Давай, строй. Я не знаю. Давай угадывай. Эйсон строит писюны, понимаете? А это твоя постройка была, это твоя постройка была. Эйсон строит писюны в Майнкрафте. Я даже на репорт ему кинуть. Ну ладно, писюн. Это писюн. Давай, давай, Жека. Это твоя была постройка, как бы, ничего. Ну, я понимаю. Да, понимает, понимает. Хорошо, хорошо, давай. Я понял сразу, что ты взял, ну ладно. Давай. Давай, давай. Так, что я выбираю, да? Да-да-да, давай выбирай. Так, хорошо, хорошо. Вот самый правый вот тут раздачи. Давай, давай. Так, ага. Давай, давай. Так, хорошо, ну я готов, Эдисон, я сразу готов. Давай, давай, готов он. Что, ну давай засекай, что я давай, готов. Подожди, давай, раз, два, три! Давай, Жека, давай! Так, 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 так. Не знаю, не знаю, не знаю, пока, Жека. Давай, давай, давай. Подожди, подожди, подожди. Времени как бы мало. Все, все в процессе, все в процессе. Сигарета. Да. Да. Да, да, да. Ну это просто, это просто было. Молодец, ты, конечно, молодец, что угадал. Молодец. Давай, давай. Не могу себе отмор прописать потом. Так, Эдисон, теперь моя посрочка. Теперь сложно будет, да, как я понимаю? Ну, да нет, почему? Давай, Жека, давай, раз. Два, три, давай, давай. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Чё это? Не знаю, почему это сейчас строится. Мост. Красный был. Да. Да. Это тоже просто. Ну ладно, это не так уж сложно было, оказывается. Ну да, да, это очень просто было, очень просто. Ну хорошо, пока что довольно-таки простые постройки, не то что в предыдущей серии. Ну да, да, давай, Жека, давай. Мне это прям нравится. Эдисон, мне кажется, я проиграю в этой серии. Ну ладно, хорошо, давай, давай. Посмотрим еще, давай. Ты уже взял? Да, 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 я твою взял. Охренеть просто! Окей! Вот это, я тебя убью, честное слово. Ой, я взял. Как мне не смотреть? Ну просто закрой глаза, Q нажми и все. Так, я закрою глаза. Я подожди, мне нужно вначале взять руку. Закрою глаза, все. Все, 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 молодец, молодец, молодец. Точно не смотрел? Точно не смотрел. Ну, все, она зафиксирована на камере, понимаешь? Хорошо, хорошо, хорошо. Так, одна постройка очень простенькая. Ну, я надеюсь, то, что простенькая. А я же, как бы, блядь, и у тебя дебильные самые такие. Ладно, давай. Которые... Раз, давай, давай. Два, три. Давай, 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 давай. Змея? Да! Ну это просто, это пока просто. А вот сейчас, Что сейчас? Сейчас я не знаю, как мне вот эту хрень построить, твою дичевскую. Давай. Раз, два, три. Давай, Жека, угадывай, угадывай, угадывай. Да, да, давай, 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 варианты, варианты. Я пока вообще не какие-то варианты. Ну? Что это, окно? Нет. Это ушло. Книжка? Да, да, но. А, ну у меня была Библия вроде. Да, 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 угадал. А вот, Эдисон, а нельзя было вот, допустим, построить, например, вот такую книжку, да? Книжку, вот обычную коричневую, и сделать какой-нибудь на ней крест. Вот в чем проблема, Эдисон, скажи. Ну я хотел нимб сверху сделать. А, да, ним, то ладно, я просто не увидел, просто, до конца я построил. Ну, да, ты угадал уже, как бы, поэтому. Да. Я еще раз напишу, чтобы мы помнили отчет. Ну да, пока что листа переезжает мне на целую пока падала такая. Так ну, я сейчас что-нибудь такое выберу, Фига себе. Кстати, тоже такое хотел сделать, ну ладно. Да. Так, давай. Вот эту, я хочу вот эту хочу, вот эту, давай. Я тебе скажу, у нас прям логика с тобой совпадает. Да? Давай. Да, у нас очень похожие темы. Так, ну хорошо, я в принципе... Я скажу, давай. Давай, Жека, давай. Раз, два... Ёкарный бабай, как это строит. Три! Давай, давай! Эдисон, ёкарный ты бабай. Ну ладно, я постараюсь. Так, так. Вот это, наверное, единственная сложная постройка, первая, точнее, с которой мне реально затруднение. Факел? Чё это такое? Перебирай. Да, я не знаю, фонарь, свечка, мишень опять, я не знаю. Блин, только вот так надо, наверное, тогда уже. Дарт с мишенью. Нет, ладно, тогда не так, давай тогда так.
Чё это? Я не знаю, Жека, я не знаю! Подожди. Время закончилось, да? Да, всё. Чё это было? Ёкарно ты баба, а как это я должен был посмотреть? А чё это было? Глаз Саурона. Ну ты, я не знаю, ты б так же глаз построил, только вот со стороны, типа вот так. Он же в центре находился. Типа вот так. Нет. Да. Ну типа, ну да, но только, ну нет, там была башня, на ней глаз. Да, но на самом верху он вот так. Поэтому уже... Да блин, Эдисон, это получается, я не 4 очка буду проигрывать, ну хорошо. Ладно, ладно, хорошо. Не 4, как бы еще не факт то, что я сейчас угадаю. Эдисон, тут еще более жесткая построка. Прикольно. Давай, Джека, давай, раз. Просто убили в этой серии, просто уничтожили. В смысле убили, ну-ка. Давай, Джек, раз. Есть два варианта, как сделать эту построку. Два, три, давай. Блин, я не знаю, как это строить, ёкарный ты бабай! Твоя, да? Человек какой, нет? Да. Человек? Ну это, ну что-то похоже на человека, да, возможно и так. Так, ну так, пока так, обычный так. Человек. Старикан какой-то тоже. Это посох, да? Это, нет, не посох, это... Я не знаю, что это такой сантехник какой-то. Второй вариант, второй! Жека, не 5 секунд, что это такое? Вот, вот. Фараон какой-то, мертвый, смерть! Да! Да! Фу! Это смерть с косой! Я уже понял, я уже понял. Ну прикольно. Что так сложно? Я уже думал, все, сейчас на 6 очков буду проигрывать. Почему на 6? Сколько сейчас? Сейчас я проигрываю на 4. А сколько сейчас? Ну как бы сейчас 10-12, да, но вот я уже 2 постройки. О, это последняя, да? Да, это последний раунд, Эдисон, это последний раунд. Окей, я выберу отсюда. Да, офигеть, вот прям на последней секунде угадал. Давай, давай. Давай, давай вот сюда. Так. Ещё там, давай. Ну, сейчас попробую. Чё такое сложное серия получается? Давай, раз, два, три. Давай. Подожди. Так, пока что оранжевая хрень. Тут какая-то... Печенька? Да. Угадал. На 15 секунд. Давай, удаляй. Вот, да, я удаляю. Подожди. Сразу а, так. Сразу я себе сразу наберу блоки вот эти. Подожди. Давай, раз, давай. Два, три. Поехали. Ай-яй-яй. Что-то прописывает там, смотрите на него. Чё это? Давай, твоя постройка! Чё это? Это твоя постройка! Это кубик Рубика? Да. Ну блин, кубик Рубика не так выглядит, ну в смысле? Ладно, нормально там. Типа, там всего 9 цветов, и типа они так, ну ладно. Ну, извините. Ладно. Короче, так. В этой серии, Ну подожди, в прошлой серии ты выиграл, в этой серии я выиграл, все честно. Ну с таким счетом! Ну, в прошлой серии разница 2 очка была, а сейчас 4. Так что все нормально, Жека, все нормально. Если ты глаз Саурон нормально построил. Ну да, согласен, тут я еще немножко затупил. Я думал, ты поймешь на самом деле. Поймёшь. Блин, ну с Инстаграмом, конечно, вообще была такая. Ну да, не очень получилось. Я забыл, как Инстаграм просто выглядит. Да. В общем, ребята, на этом мы будем заканчивать эту серию. Мы еще раз хотим вас попросить ставить огромные пальцы вверх. Давайте наберем на 2 видосах, на 2 каналах по 15 тысяч лайков. Как только мы это сделаем, сразу выйдет следующая серия. Поэтому, ребята, не ленитесь, ставьте лайк прямо сейчас. Поэтому, ребята, все зависит только от вас. А также пишите в комментариях, понравилась ли вам рубрика, и предлагайте новые идеи, как нам ее модернизировать. Да, ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.